В окружном кардиодиспансере увеличили спектр операций на сердце из мини-доступа. За последние полгода здесь выполнили более 30 хирургических вмешательств с малоинвазивным подходом, то есть без рассечения грудной клетки. Теперь в планах увеличить количество таких операций в несколько раз. По словам врачей, мини-доступ не заменит открытые операции на сердце, но в ряде случаев, например, когда у пациента множество сопутствующих заболеваний, станет альтернативой. Коронарное шунтирование из боковой торакотомии на работающем сердце – одна из таких методик. Преимущество мини-инвазивного подхода – маленький разрез, хороший косметический эффект и быстрая реабилитация. Такой метод лечения ишемической болезни сердца позволяет пациентам быстрее вернуться к активной жизни. Сегодня в кардиоцентре мини-доступ применяют не только в хирургическом лечении коронарной недостаточности, но и клапанной патологии и фибрилляции предсердий.